чем больше развивается археология, тем больше каждый год какие-то уникальные находки, которые поражают сразу же и удивление вызывают, и в то же время восхищение, и в то же время вот как они в то время могли все это сделать, как это вообще сохранилось до нашего времени. Каждому интересно узнать свои корни. Когда находишь что-то такое, вот, оно и ощущения-то такие, что восторга, гордости за все, что происходило когда-то, и то, что дошло до нас, и что мы каким-то образом причастны к этому.